Оля у меня уже расположилась на матрасике, который дает возможность нам высыпаться. Итак, мы сейчас продемонстрируем, как же работает матрас. Матрас Эдисон. И это просто спасение, особенно для тех, кто спит на диване. Потому что этот матрас выравнивает поверхность. Давайте посмотрим. Посмотрите, толщина матраса 5,5 сантиметров. Ой, Олечка, да, ты посмотри, пожалуйста, что мне нравится очень то, что он как бы поддерживает меня. Обрати внимание, моя пятая точка, она немножечко продавила. Конечно, ну и правильно, поддержка. Чтобы выровнять, да, полностью мой позвоночник. Конечно. Итак, посмотрите, как хорошо. Буквально он повторяет наши анатомические формы. И вы видите, что абсолютно подстраивается. Полежал, давай, отдохнул, все, вставай. Конечно, пора. Итак, вставать, знаете, надо работать. Вот у нас есть несколько вариантов размеров. И, конечно, этот матрас прекрасно выравнивает поверхность. Он подойдет для тех, кто спит на диване, на софе, и подойдет для тех, у кого новый матрас, и он может быть немножко жестковатый. Возьмите матрас Эдисон, посмотрите, какой он мягкий, но в то же время здесь мягкость, которую рекомендуют именно ортопеды. Итак, матрас Эдисон, который изумительным образом выравнивает поверхность, то не только прекрасно фиксируется на эластичных лентах, а самое главное, ну просто показан вашему позвоночнику, а значит, спина больше не болит, голова не болит. 244-062. Именно этот номер лота вы должны назвать при звонке в наш колл-центр. Звонок бесплатный. 1999 рублей. 4 размера. Съемный чехол, Оль. Съемный, конечно, съемный чехол. Вы абсолютно легко можете снять его, постирать, поухаживать за своим матрасом Эдисон. Причем здесь еще идет стежка для того, чтобы была мягкость и комфорт. Знаешь, Оля, вот я хочу отметить, что это незаменимое предложение для тех, у кого есть диван, у кого есть мат, у кого есть софа, ведь и они неровные, стыки неприятные. Олечка, ну-ка давай, снимай наш матрасник. Я хочу тебя следующее спросить. Стоп, подожди. Вот наши телезрители, я знаю, почему некоторые не звонят. Хочется, но колется. Потому что они думают, с почты им придется нести целой деревне, целым, знаешь, поселком этот матрас. Ну, неужели он в таком виде прям к нам и приедет? Да нет, ну что ты, он складывается вот таким вот образом. Причем, посмотрите, у нас эластичные ленты абсолютно по всем уголочкам пришиты, очень качественно. Вот так упаковывается в специальную пленку защитную и отправляется к вам. Причем точно в таком же виде вы можете хранить его дома. Ну подожди, если он долго так будет храниться, то есть получается он потом при разборе будет вот так вот сборить или такая волна будет? Тоже не будет, Оля, он очень хорошо восстанавливает форму, потому что внутри инновационный наполнитель, который и дает нам максимальную поддержку. Ну-ка, давай еще раз, извини, сложим, я прям даже сюда вот так, давай ты с одной стороны, я с другой стороны приляжу. Вот смотрите, даже если мы будем его деформировать всеми силами, давай проверим теперь. Внимание, ап, ап. Все, прекрасно, абсолютно четко. Гладкая поверхность и ровная. Оль, ты знаешь, я бы порекомендовала такой матрас еще и постелить детям, чтобы они играли на полу, и для того, чтобы не дуло. И это вот действительно необходимая вещь, у кого часто бывают гости. У вас есть гостиный диван, ну, который для гостей, чтобы была ровная гладкая поверхность, застелите на него матрас Эдисон, и будет комфортный сон.